20 мая текущего года в Москве был задержан таджикский правозащитник Иззат ОМОН. Формальным поводом для этого стало проведение одиночного мирного пикета, целью которого было привлечение внимания к невыплате заработной платы со стороны компании «Элит.ру» трудовым мигрантам из Центральной Азии. Спустя время Иззат ОМОН был освобожден, однако сам факт абсолютно неправомерного задержания вызывает беспокойство. Ведь известный правозащитник был задержан за то, что хотел привлечь внимание властей и общества к преступлениям недобросовестных работодателей, которые, по всей видимости, решили воспользоваться политической ситуацией и всеобщей травлей трудовых мигрантов в своих интересах. Напомним, что Иззат ОМОН не единственный специализирующийся на защите трудовых мигрантов правозащитник, в отношении которого было осуществлено незаконное преследование. Известный российский правозащитник и сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев также был неоднократно задержан. В его жилище неоднократно были проведены обыски сотрудниками ФСБ. Единственное, что вас беспокоит.